Хотела выброситься из окна, но передумала. Накануне днем возле дома на перекрестке Ленина Карла Маркса собралась толпа. Виновницей этого стала женщина предположительно пенсионного возраста. Стояла на подоконнике, настежь открытого окна, и внизу уже начал собираться народ, кричать «отойди, отойди», и в этот момент она перекрестилась и шагнула на карниз. Народ стал наоборот еще кучнее становиться и поднимали руки вверх. То есть, как бы такую вот живую стену, щит уже из ближайшего магазина, продавцы даже баннер или что-то, то есть вынесли и тоже пытались натянуть, что-то сделать. И в этот момент уже подъехали спасатели, машина МЧС, кстати, достаточно быстро. То есть вообще все это вот заняло минут, может быть, 5, 6, 7. После женщина все же вернулась в свою квартиру. Курганцы разошлись только после того, как спасатели убедились, что бабушка в порядке.